Хозяйка семейного кафе Екатерина Розанова – многодетная мама. Она на собственном опыте знает, как важно увлечь ребенка каким-то занятием. Вот и решила организовать в своем заведении мастер-классы для детей по изготовлению пиццы. Мы приглашаем детей, они у нас приходят в две группы, потому что их очень много. Вот 22 человека мы записываем стандартно. То есть дети уже записываются, уходя на следующий мастер-класс. Екатерина проводит мастер-классы не только по изготовлению пиццы, но и по лепке пельменей. Ну а сегодня, сделав свое кулинарное произведение, переместив его в духовку, ребята, конечно же, хотят быстрее попробовать его. Ведь не секрет, пицца – любимое блюдо всех детей. Сколько будет пиццу делать? Ну, где-то минут 15. В эти 15 минут, когда пицца готовится, ребята могут поиграть, мама пообщаться. У меня трое детей, с двумя ходим сюда уже второй раз, случайно узнала, приятно была удивлена. Детям нравится, дети в восторге, и пиццей делятся с удовольствием и впечатлениями. Сначала брали с теста, мы ложили туда кетчуп, колбасу, сыр, помидор. Мы сегодня делали пиццу, она сейчас пекется. Мы делали прям все, мне кажется, супер пиццу, потому что пиццы, они такие более плоские, некоторые вообще треугольные, некоторые квадратные сделали. Пока ребята играли, пицца зарумянилась и запеклась. Проголодавшаяся малышня с удовольствием приступила к ее поеданию. Еще бы, ведь это они сами сделали своими руками. Людмила Медведева, Данил Свидерский, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.